الله أكبر الله أكبر. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله، إلا التقاة فهم من الأبرار. С именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху, и да пребудет мир и благословение над посланником Аллаха, над его семьей и сподвижниками, а затем. Поспеши сегодня сделать одно из самых великих дел, одно из тех, что наиболее сильно приближает нас к Всевышнему Аллаху. Это очень простое и легкое дело. В нем содержится великое наслаждение и радость для сердца. В нем также находится облегчение и избавление от многих трудностей и нужд. Это дело – произнесение салавата на пророка, саляллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах, обладатель величия и великодушия, благословляет пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Приближенные к Аллаху ангелы также произносят салават на пророка, саляллаху алейхи вассалям. Поэтому Всевышний Аллах повелел нам после этого, после того, как мы узнали, что Аллах и ангелы произносят салават на пророка, саляллаху алейхи вассалям, тоже произносить этот салават. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Почему бы нам не благословлять его и приветствовать? Если бы не он, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, если бы не он, то кто-нибудь из нас сейчас, возможно, поклонялся бы какому-нибудь идолу. Возможно, человек бы заживо закапывал свою дочь. Возможно, люди бы продолжали жить, убивая друг друга и проливая кровь, не имея на то права. Мы бы не разрешали дозволенное и не запрещали запрещенное. Люди сегодня поклонялись бы шайтанам. Аллах отправил его, как сказал Всевышний Аллах, только в качестве милости для миров. Они ругали его, порицали, кидали на спину плодную оболочку от новорожденного верблюжонка, душили его, мучили и истязали. Он вышел в город Ат-Таиф, и там в него кидали камнями. А потом он сказал: «О Аллах, прости моему народу, воистину они не ведают, что творят». لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Он имеет право, чтобы мы произносили на него салават утром и вечером. Один человек пришел к нему и обратился: «О посланник Аллаха, какую часть намаза мне определить для тебя, когда я делаю дуа?» И сунна является в каждом дуа делать салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Человек спрашивает: «Сколько мне произносить салавата, а сколько дуа? Сколько времени мне что-то просить для себя, а сколько делать салават на тебя? Можно мне определить десятую часть?» Он ответил: «Если хочешь». «А четверть?» Он опять ответил: «Если хочешь». «А третью часть?» «Если хочешь». «Половину моего намаза, половину времени делаю салават на тебя, а половину прошу что-то для себя». Он ответил: «Если хочешь». Человек спросил: «А если весь намаз определить для салавата на тебя? Во время дуа делаю исключительно салават на тебя». Он ответил: «Если ты так сделаешь, твои нужды будут исполнены, а твои заботы удовлетворены. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как ты благословил Ибрагима и семейство Ибрагима. Воистину, ты достойный хвалы, славный. О Аллах, ниспошли благословение Мухаммаду и семейству Мухаммада, как ты ниспослал благословение Ибрагиму и семейству Ибрагима. Воистину, ты достойный похвалы, славный». Попробуй сегодня большую часть своего времени произноси салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и посмотри, как изменится твоя жизнь. Посмотри, как облегчатся твои дела. Посмотри на твое сердце, как оно обрадуется. Посмотри на твою жизнь. И это обязательно произойдет. Ты должен быть в этом убежден, что произойдут перемены в твоей жизни только из-за твоего салавата на пророка, саллиллаху алейхи вассалям.
أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Тому, кто произнесет салават 10 раз, в судный день будет оказано заступничество. Аллах будет рассчитывать человека после того, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заступится за него. Все пророки будут заботиться только о своей душе, кроме нашего пророка. Он падет перед Аллахом в земном поклоне и поднимет свою голову. И самая первая его просьба, обращенная к его Господу, будет такой. Он скажет: «О Аллах, моя умма, мои последователи». Скупец тот, кто слышит упоминание о нем, саллиллаху алейхи вассалям, и не произносит салават за него. Если ты сделаешь салават за него, сделай его также за его семью и приветствуй их миром. Этот салават доходит до него, саллиллаху алейхи вассалям, и Аллах возвращает его душу, чтобы тот ответил человеку, который произнес на него благословение тем же. «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада». وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله